самые важные безопасность и работа совета директоров, безопасность работы правления, безопасность работы в целом компании. Я как бы проинформирован на этот счет, чем очень много мероприятий проводится в компании «Татнефть». Я считаю, что надо посмотреть еще какой опыт российский есть метод. Мы в среду штаб КАМАЗа будем проводить по коронавирусу и по этим, наверное, может быть, если необходимость будет, то же самое по «Татнефти» надо будет рассмотреть. Там счастливо было сказано, надо фазливо сказать, что периметр вот, зоны риска людей, которые за границей были, это не прерогатива больницы, это МВД должно их находить. Вот, наверное, как меня проинформировал. Вот эти вопросы нам надо взять на контроль. Будем работать в таком режиме отслеживания, мониторинга и принятия решений. Ну и в части того, что безопасность людей – это самое главное.